Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Этот мальчик падал с подъемника, когда отец схватил его в последнюю секунду. Но другие люди тоже видели, что случилось, и пришли на помощь. Вау, они герои. Они все герои. Если столкнуть две машины, одну 1959 года, а вторую 2009 года, то можно наглядно понять, насколько сильно мы продвинулись в автомобильной безопасности. Этот дайвер нашел дружелюбного Китая и научил его вертеться. Фотограф из НАСА сделал 1000 отдельных фотографий Земли, чтобы создать этот высококачественный таймлапс. Эта ракета называется Hellfire, и она одна из самых умных в мире. Каждая ракета имеет отдельный глаз для лазерного наведения по цели. Одна такая ракета стоит около 117 тысяч долларов. Эти ребята захотели научить своего нового щенка, как выть по видео на YouTube. Этот парень специально поехал в Перу, чтобы снять ночной таймлапс. Спасибо большое за просмотр, буду очень благодарен за лайк под этим видео. А перевел, озвучил Виски. Ага.